пришла в город, и нужно купить шапку. Сейчас вот пойдем в Щуку выбирать в Остине шапку. Хотя, в принципе, что там выбирать? Их всего два вида. Зеленая и синяя. Вот. Это будет подарок самому себе на сэкономленные от сигарет денег. Вот. Не куришь, сэкономил, купил шапку. Как-то так. Тут уже все тает. Весна полным ходом. Вот. Но надо немного утепляться. Та-дам-щ! Гарный каштетик. Теперь можно запросто лазить по городу. Не ослепнешь и голову не застудишь.